Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 7 на странице 25. Рабочей тетради по математике для первого класса автора Маро. В этом упражнении мы должны будем восстановить последовательность чисел от 20 до 10. 20, 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.